Во-первых, я хотел бы выразить благодарность всем жителям города Якутска, которые пришли на участки, приняли участие в голосовании, ну и, конечно, тем, кто выразил поддержку моей кандидатуре. Я считаю, что очень высокая оценка нашей деятельности, вот нашей программы, она будет нас сподвигать сделать все, чтобы та программа, которую мы предложили населению города Якутска, была совместно с ними реализована. Я считаю, что это вот знак доверия нашей команде, моей команде, тем изменениям позитивным, которые у нас в республике и в городе идут эти годы. И, конечно же, та программа, которая была предложена, будем трудиться во благо Якутска, она понравилась абсолютному большинству жителей города Якутска. И уверен, что вот мы вместе все вот эту народную программу сможем реализовать.